что, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами студия «Старладдер», и у нас продолжение группы «Б». Сейчас нас ожидает матч представителя команды Anax, это Павел, и Cloud9 Firebat. Ну и я все еще ожидаю инвайт от Павла, я вижу, что у тебя уже началась тестовая игра, у нас с Павлом тут небольшие какие-то глюки с батлнетом, такое периодически бывает, когда не показывают, что ты в сети, и приглашения, по сути, не доходят, поэтому сейчас все это будет быстренько пофикшено. Давай поговорим с тобой о наших прогнозах и ощущениях на этот матч. Ну, опять-таки, очень сильные игроки. Павел самый, пожалуй, именитый игрок русскоязычного Хардстоуна, ну, неправильно, российский игрок, который завоевал больше всего наград в этой игре на данный момент. Находится сейчас в очень хорошей форме, на мой взгляд. Хороший лайнап от него. Это паладин, жрец, шаман, воин и чернокнижник. В свою очередь, Firebat — первый чемпион мира, игрок всем известный, игрок, который не так давно сменил команду. Ну, уже на самом деле прошло какое-то время, но Cloud9, Firebat все еще как-то лично мне не очень привычно. Firebat порадовал, привезя на этот турнир нестандартный лайнап, очень интересные колоды. Он заявил следующий лайнап: разбойница, маг, жрец, воин и чернокнижник. При этом очень много интересных ОТК колод. Например, ОТК воин через Воргина рывок, Малер разбойница, очень нестандартный какой-то авторский маг, такой, знаешь, агрессивный. Я даже не знаю, как это... Мы вчера вот полматча этого просто сидели с открытыми ртами и пытались классифицировать эту, да, колоду. Но по факту это интересная авторская какая-то разработка от Firebat. Маг с огромным количеством урона, при этом это не темпо-маг, это не фриз-маг, это вот что-то свое, что-то среднее. Также Прист, также ОТК комбинация через Вилена, объятия тьмы, флеш-хилы, майндбласты, но при этом Firebat в своей сборке жреца также использует Малигаса, что очень интересно, и вчера это стало сюрпризом для его оппонента. Тут и позволило выиграть игру. Очень замечательно, но какие-то проблемы с батлнетом, потому что Павел не может пригласить меня на просмотр матча, а я не могу просто зайти в его партию, потому что он у меня висит в батлнете. И тут какие-то возникают проблемы, я не знаю, как эту проблему решить, надеюсь, сейчас наши ребята с ним свяжутся. И вот, ну, на самом-то деле это какой-то очень интересный нюанс, потому что батлнет перезагружен не один раз, и при этом он у меня просто в батлнете, я его не вижу в игре. И вот тут вот я даже не знаю, надеюсь, что сейчас ему посоветуют самому перезагрузить Battle.net и кинуть инвайт, потому что, да, ну, сколько дней мы стримим уже, это впервые какая-то такая багулька, которая не решается вот буквально в течение каких-то... Вот, отлично, все замечательно. Все получилось. Да, нужно было перезагрузить просто Павлу его Battle.net. Такое иногда бывает, висит опс-мод, мы готовы смотреть матч. И можем давать отмашку ребятам к старту. Я думаю, ты уже сказал про баны, да? Нет, до банов я еще не добрался. В бане у обоих игроков воины. Увидим мы чернокнижника от Firebat. Вчера эта колода была у него в бане. Но не увидим, к сожалению, контроль воина от Павла и ОТК варген воина от Firebat. А жаль, потому что я готовилась к продолжительным и интересным матчам именно в исполнении контроль вара и ОТК варген вара. Что меня лично вот сейчас интригует, это какой же чернокнижник у Firebat. Учитывая, какой лайнап он привез на этот турнир, то я жду чего-то тоже особенного. Тоже, возможно, какая-то ОТК-версия чернокнижника. Опять же, может быть, что-то интересное авторское, на вроде колоды Амнезиака, который порадовал всех на этом турнире нестандартным подходом, привезя свою авторскую сборку агрессивного такого мид-варлока, который, собственно, сыграл плюсово для своего владельца. Узнаем уже очень скоро. Игроки готовятся. Павел в клубной футболке находится. Nox Павел. Подобной же футболке, насколько я помню, Silvername приезжал на DreamHack в Катовице, и где он занял второе место, проиграв в финале Акавондеру. И, к слову, на Акавондера мы еще посмотрим. Еще посмотрим, да. Помимо Павла, там еще на границе света и тьмы стоит Лалапас. Снова он.
Снова Лалапас. Ну и надеюсь, что ребята сейчас получат информацию, и мы стартанем. Я А, вижу, игра что у уже тебя начинается игра, а у меня начинается. пока глухо. Люблю, в общем, я Battle.net, какие-то все-таки Да, есть технические есть неполадки, игра нюансы. стартует, но инвайт не проходит для Олеси. Меня Что-то с этим кинули? нужно делать. Меня просто кинули, похоже. Давайте сейчас я опять же попробую перезайти и опять присоединиться. На самом деле очень удобно, когда игроки открывают просмотр своих матчей во время турнира. И тогда не возникает проблем с инвайтами, мы их не дергаем, не беспокоим и просто спокойно сами коннектимся. И озвучь пока то, что у нас происходит, потому что это уже не тестовая игра, это у нас уже Но этого непосредственно нет сам. на экране, на самом деле. Я не знаю, что озвучивать. Но игра началась, пока никаких особых действий не Классы. предпринимается. Классы — это шаман против мага. Вот, собственно, картинка. Пока что мы видим руку одного из игроков. Это рука Фаербата. Он играет на своем каком-то авторском маге. Игроки, я думаю, получили информацию и пока что не предпринимают никаких активных действий. Все, И я уже вроде по все чуть-чуть хорошо. Олеся коннекчусь, да. подключается. Сейчас Будет все будет полноценная картинка хорошо. уже от двух Да, все игроков здорово. вместе. Поехали. Сейчас мы увидим руку также от Павла. Опенинг через туннельного трога. В ответ выходит собиратель сокровищ. И все наконец-то хорошо. Все, шикарно. Я выдыхаю. И от Фаербата этот маг, о котором мы много говорили. Ну и давайте посмотрим, сможет ли он одолеть вот этого суперагрессивного фей-шамана от Павла. Здесь туннельный трог, сверху накрываются духи дикого волка, отдается Факел. факел. Ну и колода Фаербата, мы с тобой говорили, что она вроде бы достаточно интересная. Интересно играет через ОТК, но вот против фейс-колод она не выдерживает удара, потому что захила в ней нет. Фриз есть, но фриз очень тяжелый, вестника врока также не присутствует. Да, вестников мы не видели. Но опять-таки есть айсблок. Ну, то есть, по сути, это агрессивный фризмаг. То есть старая достаточно колода, игралась она раньше, там еще были лепрогномы, как старые добрые лепрогномы 2-1 до нерфа. Это вот что-то похожее. То есть агрессивная колода с большим перебором, большим количеством добора, с айсблоками, с фризом и с массой заклинаний, которые направляются в лицо оппоненту, как правило. Также мы видели здесь новые существ, это сектантки, существа 3-2, которые усиляют заклинания. И посмотрим. Реакция, к слову, у Фаербата была очень яркая на пламенного безликого, но за счет как раз-таки нового факела он смог его забрать, вместившись в 5 маны, которые на тот момент у него и было. А Павел Забор, оракул. играет у нас через Мурлока, выбирает именно более агрессивную абилку. Ну, как раз на добор. Она может быть не такая эффективная, как абилка Ханта, но против подобного мага очень важно набрать как можно больше карт, что Павел, в принципе, и делает. Безусловно, так. 15 единиц здоровья остается у Фаербата. Тут еще серебряный всадник. Плюс дух дикого волка, 11 хп. Висит айсблок. И даже молнию отдает Ну, здесь у на нас всю Павел. ману играет Павел. Ну и, кстати, расскажи очень интересный момент, который произошел. Я так понимаю, что в честь Фаербата, бывшего чемпиона мира, была введена карта в Да, игру, которая... в новом дополнении появилась карта охотника Fiery Bat, называется она в английской версии. У нас на русский язык она переведена как огненный нетопырь. Не топырь. Да, Фаербат, прости. я так предполагаю, что это какая-то, опять-таки, вариация летучих мышей. Я, честно говоря, не очень знаю, что такое нетопырь. Вот. Но, тем не менее, Фейри Бат в оригинальной версии. И вспоминая, опять-таки, стрим Бен Брода и Фродена, собственно, стрим официально от Blizzard, когда были показаны все карты нового дополнения «Пробуждение древних богов», была вот, собственно, представлена эта карта, и была отсылка к Фаербату.
То есть это в его честь. То есть, может быть, нам стоит ожидать карту, которая будет символизировать Асткаку. Асткаку, да. Вот только я сейчас думаю, что это будет. Что это может быть за карта, да. Потому что его никнейм на его родной язык переводится как чизкейк, если я не ошибаюсь. Да, это именно так. Ну а здесь тем временем срывается айсблок. Хорошо, зашли два камнедробителя. Два камнедробителя, лавовый шок. Ну и у Фаербата проблемы. Ну и самое обидное, что играй ты Blizzard. Ничего особо не изменится. Не, ну как не изменится? Будет заморожен стол, и ты живешь. Ты живешь на двух единицах здоровья. Ну, как мы видим, нет в руке у Павла недостающего урона. А вот это Фаербат очень интересно. Перебирает колоду. Он ищет, видимо, айсблок. Ну, вот теперь уже... Ну, сыграя он айсблок, винкондишена бы, по сути, особо не оставалось. Ему срывают блок, и ты ничего не... Ну, не меняешь, соответственно, два из блока выбывают. Ну и что, поздравляем Павла. Да, Дино, победа на шамане. Остается в пуле у Павла паладин, жрец и чернокнижник. Достаточно сильно. Разбойница, маг, прист и варлок. Достаточно сильно изменился у нас игровой стиль. Если вы вспомните вчерашнюю партию Павла, то у него были... продолжает наблюдать. Да нормально, старший брат, что ты... Он бдит. На самом деле Павел вчера отыгрывал очень сейвово, очень медленно, и игровой стиль у него был такой вот очень-очень контроль. Это как раз-таки заслуга, наверное, контроль вара больше. Сейчас же у нас игра начинается очень динамично. Вот фейс шаман быстренько берет первую победу, быстрая игра, активные плеи. Ну и это выглядит чуть более динамично, нежели вчерашняя встреча. Ну и вторая встреча сегодня – это чернокнижник против мага. Фаербат не меняет колоду. Энзот паладин от Павла. Кстати, играет Павел в своей сборке Энзот. А, это Энзот чернокнижник. Энзот чернокнижник, да. Зараженных исцеляторов использует. Опять-таки, популярная очень карта в китайском дивизионе. Неоднократно мы видели, собственно, по две копии прям зараженных исцеляторов в Энзот паладинах, как правило, от китайских игроков. Здесь же Энзот чернокнижника также очень здорово вписывается. Эта карта. Сильные статы для пятого дропа. Да, негативный эффект. Хил вражеского героя на 8 единиц, но тем не менее. Статы очень сильные. И за счет предсмертного хрипа эта карта появляется вновь на столе после розыгрыша древнего бога Энзота. Ну, я думаю, что это не просто Энзот чернокнижник, а это Энзот Рено чернокнижник. Причем тут даже оверхил по сравнению здесь с другими. Здесь овердровает своего оппонента Фаербат, сгорит сейчас одна карта. Это Аргус. Касательно оверхила для Павла, это Рено, это продавец закусок, все это может быть сыграно, ну, продавец закусок непосредственно под браном, то есть это больше захила, чем у классического вот какого-нибудь Энзот Рено чернокнижника. Этого хила вряд ли хватит, потому что... Ну, здесь очень агрессивная колода. Здесь, собственно, колода Фаербата должна хорошо играть вот против конкретно чернокнижников. А тут уже посмотри, сколько дэмэджа. Две стрелы, два копья. Два копья, две стрелы, все здорово. Есть еще и Таурисан. Ну и тут, пожалуй, я думаю, что если что-то не поменяется, то еще и на силу магии. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда-беда здесь может быть для Павла в ближайших несколько ходов. Ну, дэмэджа полна. Монета Таурисан. Еще доберет карту. Это интеллект чародея. Я думаю, что стоит. Плохо, что не урон, да, не директ дэмэдж какой-то. Пришел в руку сейчас для Фаербата, но в целом весьма неплохо. Существо на силу еще магии, при этом с, скажем... Конус холода и айсблок. Добирает, а вот и факел еще. Да, добирает еще карты, еще больше получить урона из руки. И после уже получения этих карт удешевить всю свою руку с помощью императора Таурисана. А там, смотри, Рено, Энзот, комбо... чернокнижник. Ну, я не удивлен. Почему нет? Играется действительно манипулятор. Скорее всего, играется Лерой в данной сборке от Павла. Ну что, игнорируем? Вспоминаю я Амнезиака с его всадниками на волке. Ну, там совсем уже авторская была колода. Ну да, опять-таки, всадники на волке заменяют, скорее всего, чародейского голема. То есть это более... меньше урона, но более дешевая карта. Можно играть комбинацию
без использования Таурисана, то есть играл Амнезиак в Соников на Волке и в то же время Манипулятора плюс ПО. Там такая очень своеобразная, но в то же время агрессивная колода, при этом это не чисто фейс дека, там мидгейм присутствует, присутствовали зачистки, круговерть пустоты. В общем, интересная колода была. Пожалуй, самая необычная колода на этом турнире. Хотя Firebat также радует своими решениями. Да, это действительно именно так. И для Firebat, я так понимаю, что он не будет слишком уж сильно затягивать игру. Ему просто нужно собрать комбинацию в 30. Ну вот сейчас еще какой-нибудь урон. Эх, нет, здесь... Ну, я думаю, что он будет собирать комбинацию на фулл здоровье, чтобы Рено ничего не изменил. Не решал. Ну и, может быть, здесь уже стоит сыграть конус для удержания стола на время. Ну, возможно, даже нова. Нова пинг. Ну, конус неплохо работает. Как и, собственно, наверное, нова с обилкой. Может быть, тут есть возможность засетапить летал следующим ходом. Давайте посчитаем без удешевления Таурисана. К сожалению. То есть, если он сыграет сейчас, допустим, фрост новую пинг в лицо... 19 здоровья. Но на самом деле, если сейчас тапнется и не похилится Павел, он проиграет. А он, судя по всему, собирается тапаться, нет? Да. 18 урона есть в руке. Да неужели? Но он может сыграть. Он может сыграть. Причем под браном. Да, под браном. Не зря я сказала. Либо даже продавца закусок больше на 8 похилится. Не зря я на старте сказала, что у Павла колода с оверхилом. И вот это мы видим. Под браном реализован продавец, под браном реализован тот же служитель земли, еще и в придачу Рено. Это больше, чем у многих и у многих чернокнижников есть в колоде. Так, а еще и та у нас. Ну, это прям совсем будет ли огонь фризить сейчас стол, либо уже разыгрывать Таурисана? Опять-таки урона не хватает. Снесение фулл ХП. Огромный плюс то, что на столе 7 существ. На стол не станет Рено, на стол не станет Служитель Земли. Но если ты играешь Blizzard, ты убираешь, соответственно, существо, и теперь 27 уже... 27 урона в руке под двумя что-то СПД. Может быть активное. Ну, Firebat, ну, все верно делает. Он просто собирает ОТК в 30. Все, чтобы да, этого хватило. Да. Ну, опять-таки, можно, знаешь, сорваться сейчас, сыграть Таурисана. У тебя, в принципе, без захила оппонента ты бьешь его. Ну, а зачем рисковать, если ну, ты можешь. Ну, тоже правда. У тебя игра полностью под твоим контролем. У тебя висит ледяная глыба, и ты абсолютно спокойно собираешь свою комбинацию. А максимум, что может сделать твой оппонент, это добавить себе, ну, еще овер 6 хила, это потолок. То есть, если ты собираешь 30-ку, ты железно выигрываешь игру. Да. Поэтому ну, смысл тебе торопиться. Полностью согласен, игра полностью проходит под контролем Firebat. Что интересно, агрессивный такой фриз ведет игру. От Павла здесь мало что зависит. Разыгрывается разрушителя чар, снимота на своего горного великана и поход в лицо от Павла. И следующий ход опять-таки классный для Firebat. Он сможет наконец-то разыграть Таурисана и Фростнову, заморозить стол, при этом удешевив всю руку. И если еще зайдет какой-нибудь урон, нет, это... Гномка, ну в любом случае здесь будет розыгрыш Таурисана и Новы. Оппонент контролит твоего Таурисана только вытягиванием, ну и, соответственно, тратит на этом почти весь свой ход. Здесь Анзот, который не является каким-то невероятно эффективным. Стол нужно чистить, может быть, это будет через... Здесь нужен фулл захил. Через Shadow Flame. Будет зачистка для того, чтобы убрать Таурисана. И, конечно, нужно подхилиться. Бесполезные настолько раскопки. Две раскопки. И Вуду Доктора находит, если я не ошибаюсь, у нас еще и Павел. Но почему-то Вуду Доктора не показала. То есть Кровавого Беса показала. Все, это партия в аккурат 28 урона сейчас у Firebat, сектантка, Талнас, весь урон в лицо плюс пинг.
ожидаемая развязка. Все-таки мы, видя в руку Фаербата, понимали, что там дэмэджа просто невероятное количество. Хорошее еще и наличие Таурисана, потом попадание сектантки и Талноса в руки. То есть, ну, посмотри, он практически всю руку отдал для того, чтобы внести летал. Хороший заход, поздравляем, это 1-1. И пингом добивает. Отличная игра. Маг побеждает. Счет тем самым сравнивается. Слушай, ну здорово. Вот прям уверенная игра от Фаербата. Полностью он контролировал ход матча. Павел пошел посоветоваться с тренером. Пижамные штаны, однако, похожи. Лопас, ну, дает наставление. Тренер. Да, тренер своему другу. Мне кажется, или Павел почти улыбнулся. Знаешь, он тренирует выдержку, как Калента. Ну, у него неплохо получается. Какая бы ни была ситуация, не улыбайся. Не улыбайся на турнирах. Ну, все-таки серьезный киберспорт же. Не место для улыбок. Ты сейчас серьезно? Вспомни ранний Хардстоун. С крошерами, вестниками рок. Ну, а сейчас, конечно, ну... Чуть поменьше. Рандома немножко поменьше, но все равно это также весело, друзья. Ну и третья встреча. Жрец против разбойницы. Контроль жрец от Павла против Малероги от Фаербата. Достаточно необычное противостояние. Не самая популярная колода на турнирах. Потому что сейчас, я не думала, что я это скажу, но мы привыкли видеть ОТК Приста. Ну, чаще всего, да, играет это конкретно вот, в нашем турнире, в мировом дивизионе. Китайские игроки все-таки предпочитают каких-то... Ну, там мало пристов, и ОТК там... Это Мензот-присты. Не было, да, там Мензот-присты. Слежу по своим группам, которые я комментировала. А вот здесь, да, действительно, больше популярностью пользуются ОТК-присты с Виленом, с флеш-хилами, с Майнбластами. При этом разные карты. Редакции ОТК Престов первая. Павел использует контроль Преста, первого контроль Преста, а вот Фаербат использует Мали-разбойницу, которая также является первым, скажем так, да, обычно Миракл-разбойницы более популярны среди игроков. Играются украденные мысли, и это неплохо. Теневой удар и потрошение неплохо. Законтроллить гоблина-аукциониста. Я вспоминаю, вчерашнюю игру, когда... У Энзот-паладина нет равенства, а у Приста да, есть. Да, у Приста есть. Ну, в принципе, там кто из них Энзот-паладин, это большой вопрос. Да, было дело. Захил у игрока был. Да, запретное исцеление. Которым, кстати, Присте. Он так и не внес летальный дэмэдж на тот момент. Да, был не слетал вчера, но бывает. Ну, там ничего не изменилось, он просто внес, летал следующим ходом, но тем не менее, я думаю, что зрители это запомнили. Зрители запоминают все, Олеся. Это... И даже больше. И даже больше. Тем временем разыгрывается укинайская жрица. Кстати, хотела бы передать привет нашим зрителям здесь, в Киберспорт-арене, которые сидят, смотрят трансляцию, играют фановый турнирчик. Привет вам, ребят, обязательно приходите. Да, завтра также будет турнир, завтра даже... Вроде как мы с Лебедем поиграем на я турнире. Я тоже планирую поиграть, не знаю как, потому что у меня ты рано планируешь утром китайский дивизион так, комментировать. Подожди, а если я универсальный солдат и буду комментировать и параллельно играть? Ну, посмотрим. У Каспера же получалось параллельно комментировать и играть в Хардстоун. Чем я хуже? Next level. Да. Каспер это опытный боец. Я тренируюсь. Опыт Каспера давай, не проходит даром. Давай, все получится. И вот на столе появляется гоблин-аукционист. Играется подготовка, теневой удар. Посмотри, он, кстати, два теневых удара играет. Обратил внимание? Да, обычно, кстати, одна копия этой карты более, скажем, популярна редакция. Но опять-таки, Фаербат играет Мали-разбойницу. Угу. Мы все-таки привыкли наблюдать чаще за Миракл. Рогами. И тут, конечно, очень неплохо зашло для Фаербата. Перебрал он колоду. У Павла ушло потрошение ранее, поэтому сейчас под гоблина аукциониста по контролю, собственно, есть тоже заклинание разбойницы. Теневой удар весьма неплохо. Но... Причем у тебя есть еще и подготовка, чтобы дать за ноль. Итак, внимание, друзья, жрец разыгрывает подготовку и теневой удар.
Фаербат, я увидела. Так, ну, бывает. Типичные присты. Да. Повышал добор карты, хорошо, монета. Хорошо, хоть тебя какого-нибудь Урисана не угнал. Благодари за это. Это да. Ну и в темп выставляется кабалка. Тут у нас прекрасно понимает Павел, я уверена, он знает, против какой колоды играет. Он понимает, ну, смотрел, что чашни игры. Он должен давить, потому что Мали-разбойница его убивает без шанса в лейте, в один буквально ход, и тут нужно форсировать события и пытаться давить. Но давить не получается, прист — это более сейвовая колода, это не такая агрессивная колода. Владыка Смертокрыл, интересно. Ну, Павел, кстати, играет сумеречных драконов, но, опять-таки, сумеречные драконы без Battlecry — это слабое бесполезные существо. Бесполезные сумеречные драконы, да. И обратил ли ты внимание, что он взял Талнос? Да, Талнос — дополнительный перебор колоды. Не тень, даже а предпочел Талнос. Тени. Тень, кстати, очень сильная карта. Тенью, как тебе вариант тенью украсть Мали, например? Ну, Малигас уже в руке. Неплохо. Это было бы в стиле Павла. Но это маловероятно. Я думаю, что это было, в принципе, в стиле жрецов, да. Не, подожди, в стиле опытных жрецов. Ну, естественно, чем больше у тебя опыт... Потому что неопытные жрецы воруют масло, там, знаешь, там, ядик какой-нибудь. Сейчас бы яд намазать присту на что-то, но не на что. Это да. Так, здесь еще укол заходит. Ну и слушай, есть много дэмэджа, можно играть Таурисана. Есть монета в руке, что немаловажно. Из урона у нас потрошение, укол и два коварных удара. Достаточно много дэмэджа есть у нас для фаербата. Главное, что попадает в удешевление Малигас и, собственно, этот дэмэдж. Тут уходит ошеломление в жрицу, забирается Талнос. Здесь летал. Здесь больше 30 урона будет на следующем ходу. И по мане все получается. И сжигается дракон еще и у Павла. Жрица, слово тьмы. Круг на перебор еще. Но тут нужно отдавать слово тьмы смерть, чтобы убрать Таурисана. Он же не оставит Таурисана стоять. Музей еще. Здесь не играет никакой роли. 31 единица урона. Еще флеш-хилл сыграет, может быть, Павел для овер-захила после непосредственно... Музейщик приносит ледяную пасть, слово тьмы смерть. На самом деле... Это все не имеет значения. Комба в руке у Фаербата. Павел играет, удешевлена. Но это ничего не меняет. Поэтому Малигас и действительно... Мали, укол, потрошение, два коварных удара. И эта партия Фаербат побеждает на разбойнице. Счет становится 2-1. Очень быстрая игра. Но, к сожалению, присту нужен слишком хороший, слишком темповый заход для того, чтобы выиграть. О боже, этот БМ своего Малигаса. И Павел сдается. Сейчас бы побэмить. Посмотри на лицо Фаербата. Получил, видимо, удовольствие. Ну, неплохо сыграно, но... Колода Павла не предназначена так, против такого оппонента. Лапас присел на стул. Но в кадре. Ну, естественно, в кадре. Поддерживает опять-таки вам. Мне кажется, Павла. Он чатик читает и капы прайд ставит. Не исключаю такое. Лапас, если ты нас смотришь, привет тебе. По машинам ручкой. Ну, блин, мы в игре потом его не увидим, если он нам ручкой помашет. Там камеру обрежет. Вот тут он помахал. Как, черт, задержка же? Что за читы? Он просто читает мои мысли. Все нормально. Итак, друзья, для Фаербата остается две колоды. Это жрец и чернокнижник. У Павла в пуле паладин, жрец и чернокнижник. И следующий матч начинается. Павел свапает колоду на энзот паладина, а Фаербат будет играть на своем ОТК-жреце. Ну и, собственно, ОТК жрец должен убивать, опять же, подобного пала в один ход. Все, точка. Да, ну, по сути, у Фаербата как раз очень грамотно построен лайнап. Очень мне нравится пока что, как отыгрывает первый чемпион мира. Медленный старт для Павла, хотя от Энзот приста другого
Приста. Паладина ты другого и не ожидаешь. Ну, вот Паладин будет с память. И, кстати, опять у меня дежавю, сколько раз уже я видел это на турнире. А, прожимание обилки от Паладина, в ответ монета и служитель боли. Причем это действительно минусовый плей для Павла. Да, и странно, что он это сделал, учитывая, что он является опытным Пристом. Сказать, что это ошибка, да нет, не сказать. Ну, вот он отвечает может быть, Акалит на руках может не быть, тут не угадаешь. Ну, дает как минимум одну карту, плюс нету, нечем забрать Вестника Рока, поэтому одну карту дать вражескому Акалиту, это вполне нормально. Может быть, именно поэтому Павел, собственно, и прожимал обилку, потому что знал, что даст только одну карту, а следующий ход законтролит Вестником Рока. Хотя приз мог убрать словом тьмы боль. Но... ШВП на руках нету. А вновь прожимается способность героя. Рекорд паладин добавляется еще сверху яростный пиромант. Ну и... А вот, собственно, и слово силы боль. На самом-то деле здесь Павел все абсолютно верно делает. Он не может отыгрывать супер пассивно против такого оппонента. Да. Он также пытается давить, поэтому сейчас даже выставляет на стол пироманта. Ну, он понимает, что не так много будет существ у фаербата, то есть держать пироманта под комбинацию с равенством, наверное, смысла нету. Как правило, в колоде фаербата существа это не очень сильные юниты, которые используются для перебора колоды. И отвечает, собственно, своим пиромантом фаербат. Слово силы боль убивает вражеского пироманта. И, собственно, с помощью способности пира добирается рекрут паладин. Ну и стоит уже пиромант для фаербата. Пиромант на пироманта? Ну, второго пироманта, я думаю, Павел все-таки прибережет. Отдавать комбинацию нет смысла. Очень зрелищная игра, жмаканье обилки в лучшем виде происходит. Контроль, противостояние. Ну, кажется, Леся, ты не очень любила вот эти динамичные игры, там, агроколод. А вот как сказать, на самом-то деле, вроде бы да, но вот день на шестой, хочется чего-то подинамичнее, знаешь. Ну, а здесь жмем обилку, крутим, выставляем существ, которые тебе дают карту, добираем карты, крутим колоду, собираем комбинацию, ОТКшим в один ход. Собственно, напомним, что у нас наши эфиры уже продолжаются шестой день. У нас на протяжении шести дней нон-стоп трансляции. По утрам у нас идут Китаи, по вечерам у нас идут наши квалификации на Star Ladder. Так что все эти шесть дней наша команда комментирует и работает для вас. Ну а в целом... И то ли еще будет. Да, впереди еще очень много Хардстоуна. И хотела бы напомнить нашим зрителям, что мне понравилось очень решение Фаербата. У него два вин-кондишена в его колоде. Это сыграть через Малигаса, чего очень сильно боятся все. И вчера мы были свидетелями того, как оппонент отдавал все ресурсы в этого Малигаса. Или да, через избранника Велена, что тоже очень круто. То есть эта колода имеет два пути, чтобы выиграть. Пророк Велен, да, действительно, это так. Пророк, по сути, более привычной редакции только через пророка Велена. А здесь добавляется еще одно существо, которое ты не можешь игнорировать. И вчера, действительно, как ты отметила, это выиграло игру для Фаербата. Не было, по сути, не мог оппонент игнорировать легендарного дракона и просто слил все свои ресурсы в убийство Мали и тем самым позволил выиграть американскому игроку. Поэтому эта связка мне тоже очень нравится, это выглядит очень круто. Ну и обрати внимание, что не стал отдавать погребение у нас Фаербат в Киеве. Керна как раз дожидается, видимо, Рагнароса, еще чего-нибудь подобного. Ну, а здесь идет освещение для передрова, что ли. Да, одну карту сожжет себе Фаербат, но у него на руках уже есть Велен, уже есть Малигас. Таурисан также на руках. Вот если бы сгорел бы Таурисан, это было бы печально. Мы посмотрим, что сгорит. Клирик абсолютно бесполезная. Да, безболезненно для Фаербата. А тут, в принципе, все, что нужно Велен, Мейн Бласт, Флэш Хилл, Спелл и Холли Смайт, ну и Малигас. Еще, наверное, одного Мейн Бласта не хватает. Да, вот второй бы Мейн Бласт сюда, и было бы совсем все хорошо. Но, тем не менее, я думаю, что здесь Фаербат. Ну, неплохо, да, объятия тьмы, Флэш Хилл, Мейн Бласт, весьма неплохо. Проблема в том, что ты не забираешь Таурисана, только Рагнароса ролишь. И тут 33%. И это вообще в лицо даже.
Ну и здесь летал для Фаербата. Ну что, пророк Вилен, который усиливает ваши заклинания, наносящие урон. Объятия тьмы. Холли Смайт и флешхилл. Или флешхилл, Холли Смайт. Не принципиально. Это очень быстро играет. 3-1 и вновь не дожидается Павел. Когда убьет его Фаербат. 3-1. Фаербат вырывается вперед. И ему нужно победить один раз на чернокнижнике. Лицо Фаербата, когда у него закончился чай. Возможно, сейчас, ну, собственно... Что-то пойдет не так. Да. Но у него есть водичка. Он подготовился. Ну, водичка не из счастливой кружки же, понимаешь, тут... То есть мне на работу надо счастливую кружку носить? Ну... Чтобы эфиры шли бодрее и лучше? Как вариант, почему бы нет? Я бы сюда принесла, вот серьезно, пледик, подушечки. Сегодня, к слову, у нас один из игроков, который пришел к нам в Киев Киберспорт-арену на турнир, он принес с собой реально плед, и он сидит и чувствует себя, ну, как дома. А сколько там на улице сейчас? Плюс 20? Ну, тепло, тепло. Понятненько. Так что, собственно, почему бы и нет? Ну, у нас на самом-то деле просто тут... душные, у нас дует кондей, для того, чтобы нас не сдуло, нам бы с тобой плед не помешал, но это ладно. Но и обрати внимание, что это похоже Мали Дракона Чернокнижник. Слушай, я видел, во-первых, мы впервые видим колоду Чернокнижника от Фаербата на этом турнире, и я видел манипулятора в его колоде, то есть я не исключаю, что здесь будет все-таки вот элемент ОТК комбы. Но, судя по драконам, здесь действительно играется лазурный дракон, сумеречный дракон, вот еще, ну, сумеречный страж. Дракона чернокнижник с Малигасом, наверное. Может быть, губитель. То есть это какой-то 100% дракон, драконолог. Не исключаю, что Мали здесь есть. Может любит быть, здесь этого опять дракона. Же два винкондишена и в этой его колоде через Мали и через комбинацию. Кстати, будет очень интересно, если это действительно интересно, так. Да, вот... переполняшки, возможно, слушай, будет... Но это прям очень круто. Мне импонирует такое решение от Фаербата. Он показывает уже вторую такую универсальную колоду, которая может победить двумя путями. И пока что это приносит результат. Это работает на все 100%. А тут для Павла пятый ход, и дела не идут так хорошо, как хотелось бы. Хрипов не так уж и много. Энзот пока нет, бесполезен. Нет, АУЕ зачисток. Есть Рено в руке, это весьма неплохо, но... Сало есть, но это тоже так же ничего особо не дает. Что, разыгрывает, очевидно, Брана и будет копать дважды черным археологом. Ну, выглядит, если честно, игра от Павла сейчас медленно. Но вот двойная раскопка может что-то принести. Так, здесь ПО, Ликлена, хранительница реликвария выглядит слабо. Вот выбор между Ликонтлена и переполняющей мощью берется Лик. Здесь провокация, крестьянин и мурлок. Хотела сказать, закапитанить и сказать одну из единичек. Класс, Алис. Мне крестьянин нравится. Провокацию тоже можно было бы рассмотреть. Так, 6 ход для Фаербата. Я думаю, что здесь можно поменяться драконом. Дракона этого, собственно, и похилить. 4-4 в Брана. Разменяться 2-1 в 2-2, чтобы не подставляться под лик остальным, пойти в лицо. У тебя безумно сильный стол. Техник Крыла Тьмы разыгрывается, убивается Браны, да. До этого, до Круговерти еще далеко. А нету, вот в том-то проблема, нечем сейчас с этим столом бороться. До Shadow Flame, а твой оппонент не найдет за две маны такой настолько сильный таргет, да нету, чтобы почистить весь этот стол. Да нету, нет, Shadow Flame даже в руке. И Адское Пламя здесь неэффективно. То есть, ну, как бы таким плеем Фаербат обыгрывает вообще все, что можно. Нет, был шанс поставить великана, монетку и Shadow Flame, но это, ну, нет. Но это слишком, как бы, это не просчитать по факту. Ну, скажем, не то, что не просчитать, не отыграть вокруг этого, но, как мы видим, заходит горный великан, и, к сожалению, для Павла нету Пламя Тьмы. Но зато есть сало, лик, чтобы хотя бы убрать сильного дракона, и, кстати, аптекарь, который с таким, да, количеством аптекарь, кстати, таргетов с... играет. Таким столом может захилиться весьма недурно. А давай будем внимательно следить за количеством дэмэджа, потому что не хотелось бы миснуть летал, потому что есть ПО, и Фаербат может внести, ну, следующим сейчас ходом тонну дэмэджа. Сейчас на 10 сможет отхилиться Павел. А вот и Алекстраза в колоде Павла. Ты похилишься. 16 на столе получается. У тебя две маны с монеткой 3.
то ты, ну, похилишься ты, а стол ты не чистишь. Ну, да. Не, ну, 20 урона максимум может с руки через ПО внести фаербат. Этого недостаточно. Очень здорово здесь играет аптекарь. Не часто мы видим, как... Впервые аптекарь вот, играет действительно, на 10 сильно. Хила. Да, ну, есть кстати, еще одно ПО. Второе ПО, но это будет ванов. Так что археолог здесь абсолютно не очень сильно играет. А может быть... Ну, вот если еще тапнуться и найти что-то... Так, так, так. Нет, к сожалению, здесь нет очень урона. Слабо. Есть урон только себе в лицо с помощью огненного беса, но выбирается... Или коррапшн на подконтроль. Да. Коррапшн и разыгрывается, очевидно, император Таурисан. Дешевляет он 5 карт в руке Фаербата. Это лазурный дракон, вытягивание души, ПО, манипулятор и коррапшн. Размен аптекаря. Две из этих карт являются элементами комбинации. И они попадают под Таурисана. Так что все очень неплохо. Да, то есть формально, если зайдет Лерой, я не удивлюсь, если играется Лерой в этой колоде Фаербата. То есть и ну, такой сильный спам драконами, возможно, очень малев... такой, знаешь, вязкий стол, который mm-hmm. синергирует друг с другом. Карапторы, они, выходя на стол, вносят дэмэдж, подчищают. Вот это все пробафы, синергии. Они липнут друг к другу. Этот стол очень легко и сильно сноуболится, если у тебя хороший заход. И при этом у тебя есть вот такой вот неожиданный финиш. То есть Фаербат очень грамотно сделал, да и в принципе ему вчера повезло, что не показал своего чернокнижника. И подошел да, он к матчу вот виннеров с определенным козырем в рукаве. Да и в принципе, я думаю, что ну, к лайнапу Фаербата ну, многие были не готовы. То есть сейчас мы то в уже, том числе. Сейчас-то уже понятно, что это за колоды, как против них играть, но смогут ли играть колоды, заявленные другими игроками против подобного лайнапа, это большой вопрос. И давай посмотрим, есть ли здесь летал. Нет, неврона здесь явно не хватает. Но мог найти 10, этот 13, урон. 16, 18, 22, 26. Но не хватает буквально чуть-чуть. И это, опять же, не дэмэдж. 24, то есть 24 урона с руки было. То есть угу. не хватало прилично, 6 урона не достало. Ну это Лерой, как раз недостающий этот дэмэдж. Но тут, возможно, стоит уходить в размены и опять же служителя земли реализовывать на подхил собственных существ. Блин, какая же неприятная ситуация для Павла. Нету до сих пор у него АОЕ зачисток. Демонический гнев приходит, но это слишком слабо против такого стола. Это хорошо против зулоков нынешних, это да, АОЕшка. Здесь, конечно, нужно пламя тьмы. Ну да, разыгрывается служитель земли на хил сумеречного стража. 19 единиц здоровья остается у Павла, и Таурисан живет. Ну, вот адское пламя. Ну, наконец-то можно с помощью адского пламени и демонического гнева зачистить стол. Но на это ты тратишь да. почти весь свой ход. Можешь поставить только и слизня. 16 хп. Ну, хотя бы так. Хотя Но бы что, так. Лерой? Нет, это второе вытягивание души. Лерой, но нет. И Shadow Flame. И синергии с драконами закончились. Слушай, а отбился-то Павел. То есть теперь... Но нужно таунтиться, чтобы не поймать неожиданный летал. А как, кстати, вот может быть Фаербат играет вот именно дракона чернокнижника? Мне кажется, здесь малей даже нет. Вот я, пожалуй, согласна, потому что спылов вообще никаких нет. Да, то есть финиш то есть рассчитан дракон, как раз на комбо. Дракона лок с комбо, это интересно. То есть ты давишь существами, в принципе, синергия драконов а финиш через Лероя. Через, да, Лерой по манипулятору. Интересная вот, колода. А если твой оппонент отбивается от твоего стола, что мы увидели, и просто таунтится, и ты не сможешь его пробить. Вот в этом проблема. И вот плюс Мали Лока в том, что ему, в принципе, на провокации плевать. Да, но опять-таки, видишь, ушли темные бомбы. Чтобы отыгрывать эффективно Мали Лока, нужно, не знаю, ожоги души, что-то еще. И теперь стало это гораздо сложнее. Ну, да, вот уход темных бомб, он, конечно, ну, ослабил очень сильно возможность игры на мале чернокнижники. Но, тем не менее, посмотрим. Пока что
Павел раздумывает над своим ходом. Играется Таурисан. И играется главарь банды бесов. И есть шанс для Фаербата закончить эту игру. Приди сейчас. Прямо сейчас. Лерой, еще одно ПО. Есть шанс. Нет, да ладно. Это был, по-моему, единственный ход, когда он мог. Слушай, ну 28 так-то выиграть. С руки может внести, но провокации, конечно, очень сильно огорчат Фаербада. Так в этом и проблема. То есть это был шанс, когда ты вносишь летальный демедж. Ну, сегодня уже доктор Хиппи использовал свой шанс на топ-дек. Не в каждой же встрече. Ну, тоже верно. Отдается натягивание на контроль. Вот правильно отыгрывает Фаербат, он специально защищает существ, чтобы не было провокации. И плюс у него есть еще Shadow Flame, то есть не все потеряно, даже если оппонент затаунтится. Но Shadow Flame, нет, в принципе, да, ты можешь даже одно ПО дать на контроль стола, почему нет. И грамотно, он безумно грамотно сыграл от провокаций. А вытягивание Corruption будет сильным. Только здесь все равно выходит Керн, и выходит провокация на беса 1-1. На Керн и Аргус немножко спасают здесь. Павла, вот Сильвана, кстати, неплохо. Тоже неплохо смотрится очень даже. И Shadow Flame, забираем Керна. Бэйна. Даже Керна, потому что он живой. Да, под Аргусом, я уже упустила этот момент. Весьма неплохо. Какой переворот. И вот тут вот проблема, когда твой Керн являлся такой сильной для тебя стенкой, теперь ты воюешь не против своего Керна, да, и при этом он еще и Бэйна. При этом он не умирает и ты не сможет воскресить Энзот. А как его убирать? Сильное легендарное существо. Вытягивание, появляется слишком Бэйн. Слишком слабо, да. Если бы у тебя был Лик и вытягивание, да, а Лика нет. И вот одна единица здоровья мешает Павлу сделать хороший ход. Слушай, ну и здесь, если что-то не предпримет, Павел так-то летал. Ну да, как раз за счет этого существа, которое стоит на столе. Это как раз то существо, урона в руке. На которое можно кидать ПО. Я слышала, ПО нужны таргеты. Да, ПО можно кидать на существ. Но они кидаются только на существ. Вытягивание души немножко спасает Павла, не хватает 3 единиц урона. Ну, заходит, кстати, дракон. Теперь можно разыграть Сумеречного Стража с боевым кличем. Получить дополнительную атаку и способность провокация. И лазурная. Адское пламя. Ну, Бейн хорошо. Лицо. Хорошо давит Фаербат. Здесь даже круговерть пустоты все еще оставляет шанс Фаербату на летал. И, ну, вестник Рока на опережение. Ну что, по грани ходит Лерой. Все-таки Павел. И это еще один Литлена. Что-то как-то совсем не заходит Фаербату по топ-декам. А сколько у него карт остается? 5 карт! Тап, это еще один лик Лена, да боже ты мой. 3 лика от Лена. Как играть, как с ними побеждать, абсолютно непонятно. Он даже будет играть сержанта, чтобы забирать Лена ликом. Ну, еще крутить колоду. Все правильно, так как он, поднимая героя, боже ты мой, выигрывает игру. 3 карты, друзья. 3 в 1. Слушай, прям как я. У меня такая же история. У меня Лерой был последней картой. Проверим. Ну, Фаербат, я думаю, не очень хотел бы проверять, но... Но приходится. Здесь нет провокаций для Павла. И нет. Это не Лерой. 2 карты. Какой провал. Ну что, круговерть. Тап. Последняя карта. Лерой последней картой. Боже мой, он точно как я. А может быть, он забыл Лероя положить в колоду. Знаешь, вот эта стандартная шуточка. Неловко получилось. Да, получилось. Но проблема в том, что здесь ничего не сделает Павел, друзья. К сожалению, и провокации. Последняя карта – это Лерой Дженкинс. И это хорошая игра. Фаербат побеждает. Это партия и матч 4-1. Классная игра от Фаербата.
Конечно, Павел, возможно, не был готов к такому лайнапу. Скорее всего, он именно к этому и не был готов. А по результатам голосования ты не поверишь. Это единственная партия за целых 6 игровых дней, где зрители так и не смогли определить 50 на 50? Сильнейшего. Ровно 50 на 50 была ставка зрителей. Поздравляем Фаербата, отличная игра, и в целом мне понравилась игра от Павла, но тут скорее действительно сыграла неожиданность от Фаербата. Классный лайнап от Фаербата, который круто заходит против лайнапов других игроков, конкретно на этом турнире. То есть он, можно сказать, что переиграл своих оппонентов на стадии просто подготовки колод, но... Он на самом деле лично по моему впечатлению заявил, наверное, самый эффективный. А как же Амнезиак? Эффективный-неожиданный лайнап, который яркий, прям, за этим интересно смотреть. Да, который яркий, который прям разрывает шаблоны, мне очень нравится. Так что, дорогие друзья, мы будем на этом заканчивать. Впереди еще целых 3 Best of 7, так что далеко не уходите, дальше будет больше. Сыграют все так же наши ребята. Сейчас будет Винера, сейчас мы посмотрим матч Винера. Доктора Хиппи и Фаербата. И мы узнаем, кто же из этих игроков пройдет дальше в основную уже часть StarLadder, а кто немножко отдалится от этой победы, но будет иметь еще шансы пройти дальше. Это будет очень скоро, после паузы.